всех и талантливей. Кто он? Кто секс-символ всех людей и насекомых, и зверей? Начинается на «С», заканчивается на «А». Кто же этот человек? А ну-ка отгадай, страна. Ну, конечно, Саша за Ладуха, жаркий матч с идеальным слухом. Беларуси золотой голос поправит дорогих зубов. Мой вокал стремится к идеалу. В караоке выдаю 100 баллов, когда я пою, то люди плачут и трясутся неестественно. Ведь я пою божественно. Мой талант огромный, и все больше его с каждым днем. Вот такой. Где найти концертный зал, чтоб уместить его объем? Где? Где, скажите мне, собрать 15 000 зрителей? В Минске на проспекте Победителей. Скоро соберу я Минск арену и, как подобает джентльмену, после того, что я с ней сделал, обязательно на ней женюсь. Как мы раньше жили друг без друга, без нее мне в жизни было туго. Без нее был миллиард на счете, ну а с нею точно станет 2. Попомните мои слова. Где ваши руки, друзья? Я не вижу. Арена, приготовились. Поем все вместе. Очень простые слова. Но я прошу вас, друзья, пожалуйста, вперед! Ваш любимый Саша Са, Ладуха, жаркий матч с идеальным слухом. Беларуси золотой голос, Минска платиновое лицо. Мой бокал стремится к идеалу. В караоке выдаю 100 баллов. Мои песни лечат от болезни, улучшают корму и удой. Постоянная на мне нагрузка, я король эстрады белорусской. Ведь я белорусский Стас Михайлов, только без волос и бороды. И вообще я очень-очень клёвый, лучший информационный повод. Я любимчик всех телеканалов. Говорите больше про меня, мне нужна любовь народная.